Олеся Гоман каждый год участвует в процессе озеленения Мамадыша. Ей эта работа приносит удовольствие. Она знает и не только наименование каждого растения и как их сажать, но и осведомлена и о том, как правильно за ними ухаживать, знает и об уживаемости растений с соседями. Сажаем 10-15 глубину сантиметров, чтобы когда поливали, они наверх не выходили. Расстояние мы уж лопаткой измеряем, чтобы они близко друг к другу не стояли. На улицах Мамадыша высадят 30 тысяч растений. Миссия озеленения города возложена на общество «Мамадыш-ЖКУ». Каждый год коллектив заранее договаривается с поставщиками рассады. Стараемся выбирать поставщиков нашего города, нашего района, поддерживать наших производителей. Поставщики у нас и прибавляются. Стараемся покупать у проверенных. В последнее время на клумбах Мамадыша цветут в основном петунии, герани, сальвии, каны. В 2024 году к ним добавятся новые виды цветов, которые, несомненно, станут украшением городских цветников. Сажаем петунии, бархатцы, сальвии, потому что они морозоустойчивые. Посадка цветов весной имеет свои особенности. В частности, их следует обильно поливать. Но и заморозки могут ударить в любой момент, сведя на нет всю проделанную работу. Начали после 9 мая. Конечно же, это связано с погодными условиями. То, что днем, да, может быть и 10 градусов тепла, и 15, но ночью уже достигало до минус 4 градусов. Поэтому мы обдумали, и целесообразно было сажать цветы уже в минусовую температуру. Растения высаживаются в соответствии с эскизами и учетом времени цветения, чтобы город оставался нарядным вплоть до поздней осени. Гульнара Гильмолина, Фаиль Шайхутдинов, Филиза Нургалиева. Новости Татарстана.